На какие только хитрости не идут отечественные звезды, чтобы быть в тренде. Вот и рэпер Текила вслед за Егором Кридом записал трек, под который, как он надеется, будут просыпаться абсолютно все представительницы прекрасного пола. По сюжету действие происходит во сне артиста, где помимо одной единственной окажутся еще и дюжина полураздетых девушек. Как говорит артист, это его самый откровенный клип во всех смыслах. Я уже почувствовал, каково это сниматься в порно. Практически полностью раздетый был. Каково все-таки? Необычно, но мне это нравится. По признанию Текилы, во время съемок он почувствовал себя героем фильма для взрослых. Неужели в жизни популярного артиста все так плохо, что единственное место для воплощения фантазий – это съемочный павильон? В твоей жизни появилась та девушка, с которой ты готов просыпаться каждый день? Нет. Ну, я пока что довольствуюсь тем, что имею. Меня устраивает быть в статусе свободного парня. Холостого парня. Но это не означает то, что я просыпаюсь каждый день дома один. Увидеть, что же получилось у Текилы в конечном итоге, ты сможешь совсем скоро в эфире любимого телеканала РУ-ТВ.